Поздоровайся. Привет. В общем, мы сегодня едем в Иваново. У нас еще один визит к ортодонту. Лере брекеты. Может быть, снимут. Мы, конечно, мечтаем, что мы уже закончим эту всю процедуру. Но, может быть, еще останется. В общем, скажут сегодня. Мелких мы уже в садик отвезли. Погодка у нас сегодня. Вчера было солнышко, один день порадовались теплу. Сегодня не холодно, но пасмурно. И с утра, рано утром был дождь. Днем, наверное, тоже будет, потому что затянуто все. В общем, не радостно. Солнышко хочется. Лер, хочется солнышко? Ага, да. Все зевают, все хотят спать. Вот такое наше лето. В общем, приедем в Иваново, может быть, мы что-то еще снимем. Мы в Иванове ездили в Союз за батарейками. Ой-ой, упала. В общем, у нас сегодня ночью маленький наш новый житель, Масик, перегрыз наушники у Миши. У него вот такие были. Как показать, не знаю, вот так. Цена прям тут была написана. Сейчас. Фокус. Вот, 699 рублей он их покупал. В общем, он весь у нас в расстройстве, Миша, был. Мы заехали ему посмотреть еще и наушники. Вот такой фирмы там были только за 70 рублей. Вот такой. И папа у нас постеснялся купить ему наушники за 70 рублей. В общем, вот такой он купил. Лер, что за наушники? Panasonic, да? Плохо на телефончик. Ну, вот видно немножко. Вот так. Почитала характеристики. У них так вроде ничего написано. Эти наушники стоят 400. С чем-то там, с копейками. В общем, почти 400 рублей. В общем, я не знаю, понравится Мише, не понравится. Сказал, что больше он с этого котенка к себе ночью брать не будет. Я говорю, ну, думать надо. Он маленький грызунчик. Все перегрызает. Теперь будем следить за ним. Чтобы он у нас не грыз провода, а то, не дай бог, электрический провод перегрызет. Я связанием дорогой вяжу чего-то такое. Когда будут готовы изделия, я его покажу. Пока не буду говорить, что. Нет, Лерина. Давай, Лера, так повернись немножечко. Так, улыбнись. На свет чуть-чуть. Такие вот у нас бриллиантики. Вот. Желто-зеленые. Из кабинета мы вышли. Там нельзя снимать в той поликлинике. В общем, мы сейчас в машине. Брекеты нам сказали, можно снять. Приехать, но у нас уже нет времени. Нам до отпуска осталась неделя, мы без выходных сейчас работаем. В общем, мы решились, что мы в отпуск поедем с брекетами, да, Леруль? Угу. Сидит, играет. Лер. В общем, будет она у нас зажигать на юге с брекетами. В сентябре нужно будет записаться, снять. Сегодня с нас взяли за визит 400 рублей только за то, что мы там отметились. В общем, просто так съездили. И вот на следующий раз нам нужно написать, что записаться. Процедура снятия долгая будет проходить. 20 минут сначала снимают, потом 1 час гигиенисты. Потом 40 минут будут делать слепок для капов. А дальше будем ждать час изготовления капов. Все это нам обойдется от 15 тысяч. Сказали с собой взять не меньше 15 тысяч на следующий прием. Надеемся, что это будет последняя сумма. Такая крупная траты. Очень надеемся. Да, Леруся, дорогой нам твой зубик выходит. Клычок. Вы же меня любите. Любим, мы тебя очень любим. Вот.
Но я что хочу сказать, мы рады тому, что мы не согласились в Кинешме вытаскивать здоровый зуб. Потому что нам предложили, что сначала нужно удалить рядом стоящий, и потом опустится клык. Вот. А здесь нам просто выправили. Клык у нас был перпендикулярно, не прикрывалась губа. В общем, сложный случай был. Вот такие у нас новости пока на данный момент. Сейчас мы поедем. Лера, куда мы сейчас поедем? Кушать. Кушать. Куда же еще? Лера, кушать. Лера, кушать. Ну как, не идет? Нет. Давай другую мерим. Вон ту маленькую, которую ты мерила. А вот эту? Нет, нет. Куда? Она какая-то треугольная. А на бочок? А розовая? Мне вот это нравится, но ты сказал, что тут цветы не очень. Может, мы их отодрем? Ага, отодрем, да. Красиво. А вот это? Так она такая же. Как будто цветы похуже. Нет, нет, Лера, снимай. На вот эту по типу мужской. Нет, это я не хочу. Мне вот это вот нравится. Какая тебе лучше? Какая тебе больше нравится? Не знаю, никакая не нравится. Обидно.